целях стимулирования развития системы образования необходимо нам определять партнерство между частным сектором и государством, совершенствовать систему государственно-частного образовательного кредитования. Следует подумать о дифференциации стоимости государственных грантов в зависимости от статуса вуза и специальности. Второе. Сейчас настала пора оптимизации государственно-частного участия в развитии сферы культуры, то есть в создании условий, при которых наши таланты могут иметь достойный уровень жизни за счет своей творческой деятельности. Да мы и так видим сейчас, как востребованы картины наших художников, как наши артисты разбираются по всем концертам и тоям, как они ездят. По-моему, мы видим это. Но государственная поддержка про проведение крупных международных аукционов искусства в стране, поддержка талантливых музыкантов, исполнителей, создание, к примеру, частной компании с минимальным государственным участием по страхованию перевозки выставок искусств и тому подобные меры. Занятость в сфере культуры – огромный источник гибкого местного спроса, незамедлительно отражающийся на благосостоянии нашего населения. Это экономическая сторона вопроса, но есть сторона моральная, этическая. Развивая экономику, мы должны развивать нашу культуру. Пятый приоритет – дальнейшее развитие демократии и модернизация политической системы. Как вы знаете, мы об этом довольно немало говорили. В течение прошлого года в стране было развернуто обсуждение общенациональной программы демократических реформ. Национальная комиссия по вопросам демократизации гражданского общества обобщила итоги состоявшейся дискуссии. Мы продолжим масштабные политические реформы в стране, направленные на повышение эффективности политической системы государственного устройства Казахстана. Необходимо гармонично учитывать как общие закономерности построения демократических процветающих государств, так и важные культурно-исторические черты и традиции нашего общества. Единение, которое продемонстрировали казахстанцы, выбирая главу государства в декабре прошлого года, не оставляет сомнений в консолидации нашего общества. Мы это видим. Наши граждане четко понимают, что консолидация, стабильность в казахстанском обществе – необходимые условия стабильного развития и улучшения жизни наших граждан. Мы впервые в ходе предвыборной кампании в прошлом году столкнулись с таким феноменом, как острая обеспокоенность казахстанцев, а в отдельных случаях и просто страх из-за возможности дестабилизации в стране, тем более, что кое-кто, видимо, на это и рассчитывал. И мы помним, как облегченно вздохнули наши граждане после выборов по результатам. Мы должны признать, что отсутствие глубоких традиций демократической культуры, которые мы постоянно воспитываем, восприятие свободы как вседозволенности, вполне способны дестабилизировать страну, перечеркнуть все наши планы на будущее, отбросить нас далеко назад. И гласность – это тоже ответственность, а не вседозволенность. Этот урок, который мы извлекли из состоявшейся президентской гонки. Одна из причин наших заблуждений заключается в том, что либерализм власти некоторыми воспринимается упрощенно, как ее слабость и неспособность наложить вето на те или иные шалости и капризы, в кавычках, своевольных честолюбцев. Нам надо избавляться от иллюзии и заблуждений, если хотим сохранить стабильность и точное развитие нашей страны по вектору вверх. Сегодня перед вами я открыто заявляю, что мы должны без оглядки на критику внутри страны и извне, наряду с развитием демократических традиций, предусмотреть достаточно жесткую систему защиты этой самой демократии. Надо, наконец, осуществлять суровый спрос за нарушение законов. Должны быть определены меры ответственности за клевету, подкуп, насилие. И если нужно, давайте пересмотрим соответствующие законы с вами. Обеспечение исполнения гражданами Конституции и законов страны – обязанность правоохранительных органов. Для них не должен возникать вопрос,
А что скажет где-то и кто-то? А есть четкие правила для них. Нарушил закон, несешь ответственность согласно его статьям. Иначе мы повторим советский закон: дышло, куда повернешь, туда вышло. Кто из руководителей правоохранительных органов не исполняет это правило, тот не может оставаться в должности ни одного дня. Мы не хотим сказать, что мы поворачиваем к какой-то жесткости. Мы продолжим линию на демократизацию и обеспечение дальнейшей свободы граждан и либерализацию. Но для этого нужна тоже дисциплина. Если не будет такой работы правоохранительных органов, четкой ответственности, мы не построим правовое государство и демократическое общество. Мы должны поставить жесткий заслон распространению религиозного экстремизма. Мы должны активно привлекать НПО на развитие социальной сферы для контроля исполнения программ развития страны. В то же время мы не должны допускать их деятельность, не предусмотренную законом. Во всем мире лицензирование деятельности НПО имеется. Государство должно знать, что творится в нашей стране. Для НПО есть большое поле деятельности, чтобы они помогали нам и в выполнении наших социальных программ, и помогали в образовательном секторе, и помогали в других делах общества, пожалуйста. Но вмешательство в политическую жизнь, внутренние дела Казахстана не должно быть. Как вы знаете, я наложил вето на тот закон, который вы приняли. Думаю, что мы правильно сделали, но мы должны четко посмотреть и совместно работать с НПО, предоставляя им возможность работать через наши государственные органы. Ассамблея народов Казахстана вот уже более 10 лет превосходно решает задачи единения многонационального народа Казахстана. Я не помню случая за это время, что, принимая важные для страны народа решения, мы бы обошли вниманием ассамблею или не приняли бы в расчет ее позицию. Полагаю, что роль этого общественного института надо повышать. Может быть, настало время принять закон по ассамблее. Может быть, надо назвать ее Советом народа Казахстана. То есть надо нам очень четко посмотреть в этот орган. Все эти вопросы мы будем рассматривать на заседании Государственной комиссии по вопросам демократизации. Приоритет – реализация стратегии национальной безопасности, адекватной современным угрозам и вызовам. К числу наиболее приоритетных направлений дальнейшего укрепления национальной безопасности нашей страны относятся следующие. Первое. Укрепление государственности, национального суверенитета, целостности Казахстана должно осуществляться на основе новой военной доктрины. Она должна предусматривать создание профессиональной армии, способной осуществлять быстрое развертывание сил и средств в соответствии с самым высоким международным стандартом. Вооруженные силы Казахстана должны быть обеспечены современными военно-техническими средствами. Они оправданно рассчитывают на высокие оборонные технологии, соответствующие угрозам, специфическим для Казахстана, и новой международной ситуации. Следует подробно рассчитать необходимые средства, вообще посмотреть, как мы будем реформировать дальше военные ведомства. В этой военной доктрине для решения поставленных задач этой доктрины, тогда мы будем знать, какой объем расходов нам необходимо, и мы должны его выделить для обороны страны. Второе. Укрепление расширения международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным распространением оружия, наркоторговлей и другими подобными угрозами предполагает активное участие Казахстана в разработке и практической реализации соответствующих международных договоров, соглашений. Мы должны укреплять сотрудничество государств Центрально-Азиатского региона для противостояния этим вызовам современности, в том числе участвуя в проведении совместных учений в рамках ОДКБ, ШОС, а также совместно с НАТО, антитеррористических инициатив и операций. Третье. Мы постоянно работаем по борьбе с коррупцией и улучшаем ситуацию, но непрозрачность денежных потоков некоторых финансово-промышленных групп
самых крупных, я имею в виду, и их незаконное обогащение за счет сокрытия прибыли, вывод финансов и имущества в зарубежье, уклонение от налогов, а также теневая экономика становятся серьезными ограничителями нашего развития. Именно их представители сотрясают воздух призывами о борьбе с коррупцией. И в то же время именно здесь кроются основные потери бюджета. Конечно, и чиновников есть, но несравнимо здесь, если сравнить то, что мы говорим. Необходимо внести изменения и дополнения в законодательство, обеспечивающие прозрачность деятельности финансовых потоков национальных компаний, государственных предприятий, а также крупных частных компаний. Мы должны это от них потребовать. Это означает обеспечение прозрачности процесса приватизации, принятие решений в области налоговой политики, недропользования, земельных отношений. Думаю, настало время по-настоящему ответственно, взвешенно рассмотреть проблему амнистии капиталов и имущества, выведенных из легального оборота. Этот процесс, проведенный открыто, может стать одним из важных элементов построения прозрачной экономики Казахстана. Разумеется, говоря о необходимости проработки вопроса об амнистии капитала, я не имею в виду те доходы, которые были получены в результате преступной деятельности, такой как наркоторговля, бандитизм, незаконная торговля оружием и тому подобное. Хочу специально подчеркнуть, что амнистия капиталов и имущества не может быть бесплатной этот раз. Активы, выведенные из легального оборота или выведенные за рубеж, не облагались налогами и не пополняли бюджет государства. Эти долги должны быть компенсированы через специальный налог в 10% от стоимости легализуемых активов, которые поступят в бюджет страны. Мы же говорим сейчас о налогах для физических лиц 10%. Почему им чуть-чуть не заплатить? Это небольшая цена за те доходы, которые получены в результате вывода капиталов из легального оборота. Этим государство предлагает заплатить небольшой налог в развитие своей страны, получив тем самым индульгенцию и право в виде специального документа на законное владение своими активами, стать честными и жить спокойно. В конце концов, мы строим государство богатых людей, после этого они могут показывать свои активы, свои деньги и жить нормально, становиться примером для молодежи. Мы не будем заставлять возвращать активы в Казахстан, если с них будет уплачен налог в 10% и находится где-то. Понятно, что активы не просто спрятаны, они работают на своего владельца, приносят ему доход. Поэтому напрашивается вопрос, почему, например, гражданин США, имея активы за пределами своей страны, платит налог от доходов, полученных за рубежом, а наши граждане этого не делают? По международной практике должны платить. Если эти люди захотят вернуть деньги в Казахстан, чтобы они работали внутри страны, механизм амнистии должен предусмотреть такую возможность. Многие прячут свою недвижимость, собственность компании. Эти активы выведены из оборота. Их нельзя заложить. Легализация всей собственности выгодна гражданам и стране. Необходимо разработать простой и эффективный механизм, который будет гарантировать владельцам легализованных активов защиту от каких-либо преследований. Одну амнистию мы с вами провели, и никого за это не тронули, не преследовали. Так что доверие должно быть. Механизм должен быть понятен и доведен до каждого казахстанца и мирового сообщества. При этом все должны понимать, что после проведения амнистии капиталов будут проведены мероприятия по поиску выведенных ранее из легального оборота капиталов. Эта работа будет проводиться совместно с международными лучшими экспертами и правоохранительными организациями. Тогда тем, кто не воспользовался предоставленной государством возможностью, обижаться не надо. Правительству нужно в течение первого полугодия этого года разработать, внести на обсуждение в парламент соответствующий законопроект, в котором предусмотреть четкий механизм, учитывающий всевозможные нюансы этого сложного процесса. Администрации президента и правительству разработать и провести комплекс мероприятий по разъяснению целей, механизма и значения данной акции. Седьмой приоритет – дальнейшая реализация сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса
учитывающего интересы Казахстана, динамику регионального мирового развития. Наши приоритеты во внешней политике остаются неизменными. Казахстан будет всегда оставаться ответственным, надежным международным партнером. Первое. Казахстанско-российские отношения находятся на высоком уровне доверия стратегического партнерства. Российский вектор – важнейший приоритет внешней политики Казахстана. Между Казахстаном и Россией не существует проблем, которые не были бы решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов. Это касается как политических, так и всех экономических вопросов. Главные вопросы сегодня лежат в плоскости расширения торгово-экономического сотрудничества, развития региональной интеграции в рамках Евразэс и ЕЭП ШОС. Важное место занимает вопрос укрепления безопасности. Во всех этих сферах Казахстан и Россия имеют схожие или близкие позиции. Второе. Мы продолжим реализацию двухсторонних договоров с Китайской Народной Республикой по вопросам экономического, политического сотрудничества. Казахстан исходит из того, что альтернативы взаимовыгодным связям с этой динамично развивающейся страной не существует. Экономическое сотрудничество должно подкрепляться активным политическим диалогом по проблемам международной безопасности. Мы также намерены координировать политику по решению проблем миграции, региональной безопасности, как в рамках ШОС, так и на основе конкретных двухсторонних инициатив и договоренностей. Между Казахстаном и США установлены отношения долгосрочного стабильного партнерства, которые характеризуются широким спектром взаимодействия по вопросам обеспечения международной энергетической стабильности, безопасности, борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, продолжение демократических преобразований. Повестки дня – дальнейшее развитие сотрудничества в экономической сфере, создание благоприятных условий для привлечения американских инвестиций и внедрение передовых технологий в Казахстан. Четвертое. Казахстан заинтересован в придании сотрудничеству с Европейским Союзом большой содержательности в области региональной международной безопасности и экономики. Социального и культурного развития мы должны создать для наших европейских партнеров благоприятные условия для инвестиционной деятельности, реализации крупных международных проектов, привлечения в нашу страну передовых технологий и знаний, целесообразно укреплять сотрудничество с ОБСЕ по решению проблем вызовов современности, обеспечению мира и безопасности, обеспечению основных свобод человека. Пятое. Важно не снижать темпов интеграции в нашем регионе. Мы должны развивать всесторонние связи с соседними государствами Средней Азии, с которыми нас объединяет общая культура и история. Наше взаимодействие с торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферой имеет самые благоприятные перспективы. Наши усилия должны быть направлены на их дальнейшее развитие. Шестое. Для нас является совершенно естественным активное участие в структурах международного сотрудничества, культурного обмена со странами мусульманского мира. Мы также активно развиваем взаимовыгодные, взаимообогащающие двусторонние отношения с большинством исламских стран Арабского Востока. В международном сообществе мы получили признание. Наша последовательная политика, направленная на обеспечение толерантности, межконфессионального, межкультурного согласия представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране, представляющих единый народ Казахстана. Народ, который активно строит современное конкурентоспособное светское государство. Именно поэтому я хочу еще раз подтвердить готовность Казахстана выполнять функции одного из центров межкультурного, межконфессионального диалога на международном уровне. Тем более, что мы уже располагаем подобным опытом. Думаю, что рядом стран мусульманского мира, которые, как и мы, заинтересованы в расширении, углублении так называемого диалога цивилизации, мы могли бы совместно выступить рядом международных инициатив, направленных на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства. Кумбатта отандастар. Құрметті депутаттар, үкімет мүшелері, ханымдар мен мырзалар.
Маған аса жоғары қолдау көрсетіп өздеріңіздің және отанымыздың тағырын сеніп тапсырғандарыңыздан бері онша көп уақыт өтіп қойған жоқ. Біз сіздермен көп жағдайларда ниеттес болдық. Бір-бірімізге күмәнмен қарамадық. Менің уәделерімде ешқашан бос сөз болған емес. Ал сіздер маған үнемі үміт ұялатып, биік белестерге бастаған шын жүректен қолдау көрсеттіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға өзіміз алдағы уақытта шешетін міндеттерді белгілеп, Қазақстанның бәсекеге қабілетті әрі дамыған мемлекеттер қоғамдастығынан орын алуына мүмкіндік беретін стратегияны ұсындым. Береке бірлік пенен ынтымағымыз жарасса, халықтың алмайтын асуы жоқ. Біз мұны туған отанымыздың гүлдену жолындағы қажырлы еңбегіміз бен ауыз бірлігіміз арқылы дәлелдеп келеміз. Дәлелдейміз деп сенемін. Мен сіздерге сенемін. Әрқашанда сіздердің түсініктеріңіз бен қолдауларыңызға үміт артамын. Алдағы уақытта да жаңа әлі ауқымды осы бастамаларды қолдайтындарыңызға нық сенемін. Баршаларыңызға зор денсаулық пен табыс тілеймін. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық болсын. Көп рахмет. Благодарю вас за внимание.